Всем привет, ребятки! С вами мистер Ванька. Сегодня я записываю очередной видосик по нашей любимой игрулечке. И если вы смотрите данное превью, то вы также в шоке и в непонятках, как и я. Потому что я получил каким-то образом блок на форуме, что это вообще и как. Для меня пока остается загадочкой. Я не знаю, что это произошло и каким образом это все начислилось, но заходя сегодня с утра, я увидел такой вот раскладик. Давайте, ребятки, пока переоденемся и продолжим наш раскладик. Поиграем мы сегодня на Вика Страйкере в резисте 25% от всего. Заходя сегодня в игру, я решил зайти на форум. Захожу я такой на форум. И что я вижу? Написано: вы заблокированы каким-то таким-то адресом за... Что там было написано сейчас, даже прочитаю. Вы были предупреждены, но почему-то это было не просто предупреждение, а блокировка. True какой-то Green Pills, я не знаю, что это вообще. То ли это аккаунт какой-то модераторский, администраторский, я не знаю. Бан за многочисленные нарушения правил форума и игнорирование предупреждений модераторов. В случае попытки обхода действующего бана, аккаунт может быть заблокирован. Что это вообще? И как это вообще понимать? Я пока не понимаю вообще. И что, и как? В первую очередь, что я сделал, зайдя в игру? Я захожу на основной аккаунт и пишу что-то в чате. И в данном случае бана на аккаунте нет. Для меня это уже как бы радость, потому что, ну блин, ну за что вообще тогда мне выдают бан на форуме? Я пока не понимаю. Потому что никогда я не флудил, не отправлял никакие там... Не знаю, ложные там жалобы или еще что-то в этом роде. И тут мне, получается, выходит вот такой вот раскладик. Вы заблокированы. Сначала типа написано «предупреждены», ну а на самом деле заблокирован на форуме. Как это понимать? Не знаю. Что-то странное происходит. То ли это какой-то баг, то ли это серьезный бан. В дальнейшем... Весь этот раскладик я, конечно же, узнаю, пойму вообще, что это произошло и как это все понимать. И я сообщу вам, ребятки, это либо в следующем ролике, либо на стримчике, потому что многие ребятки смотрят прямые и знают все эти раскладики уже раньше, чем другие. А если именно ты еще не смотришь мои стримы, то обязательно приходи. Будет весело, будет что поразыгрывать мне и что повыигрывать тебе. Поэтому не пропусти этот шансик, при том, что последнее время я разыгрываю очень много контейнеров. Контейнеры — это халява. Приходи. Что я еще хотел, в принципе, рассказать? Недавно мы выиграли кислотку. Возможно... Какой-то из модераторов, а именно Павел, связан с этим как-то лично. Не знаю, я не хочу, конечно, осуждать данного игрока. Но это лишь мои догадочки. И может быть, как-то данный игрок тоже связан с этим всем раскладом. Пока для меня это, повторюсь, становится... каким-то шоком и неизвестностью. Между аккаунтом как бы и форумом есть пропуск, потому что на аккаунте пока я не вижу никаких нарушений, да и в принципе я сам знаю, что я как бы ничего не нарушал. И тут, заходя в игру с утра, я вижу вот такой вот печальный расклад. С одной стороны, обидно, что такое происходит, с другой стороны, непонятно вообще за что и как. Как бы, блин, обижаться на кого-то, либо это какой-то случайный баг. В общем, в ближайшее время все это я узнаю. Ну, а если вы согласны с моей позицией,
то обязательно поставьте лайк данному видео. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Комментируйте данное видео. По вашим комментариям я буду выбирать победителей на золотые ящики и контейнеры. А в этот раз я попрошу вам прокомментировать вообще в принципе данную ситуацию. Кто прав? Либо я по правде заблокирован, либо нет. Попрошу вас разобраться в данной ситуации и отписать все ваше мнение по данному поводу в комментарии. Ну а в принципе данный ролик подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Всем пока.